Всем привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю яблочный пирог на кефире. Получается такой пирог очень сочный, с приятной кислинкой и готовится за считанные минуты. Если видео и рецепт вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Для приготовления нам понадобятся самые простые продукты. Полное количество ингредиентов я вам оставила в описании под видео. В 250 мл кефира добавляю 1 чайную ложку соды и перемешиваю. Нужно, чтобы реакция произошла. Кефир должен быть немного теплым, либо комнатной температуры. Вот хорошо видно, я вам показываю, реакция произошла. Значит, все правильно. В емкость высыпаю 200 грамм сахара и выбиваю 2 яйца. Взбиваю миксером на максимальных оборотах. У меня этот процесс обычно занимает 4-5 минут. Масса должна побелеть и увеличиться в 2-3 раза. Во взбитую массу добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно заменить ванильным сахаром или вообще не добавлять. Это по желанию. Кефир с содой выливаю в смесь яиц и сахара. Немного перемешиваю миксером. Слишком долго перемешивать не нужно, чтобы все ингредиенты объединились. 320 грамм просеянной муки высыпаю в заранее замешанную массу. Сначала немного перемешиваю выключенным миксером, чтобы никуда ничего не разлеталось, и затем перемешиваю включенным миксером до объединения всех ингредиентов. Масса должна быть однородной. И затем добавляю 80 мл растительного масла и еще немного перемешиваю миксером. Тесто готово. Посмотрите, какое оно получилось. Оно стекает ленточкой с лопатки. Вот такое примерно по консистенции у вас должно получиться тесто. Занимаемся яблоками. Очищаю яблоки от кожуры. Убираю сердцевину. Для данного количества теста мне понадобилось 3 небольших яблока. Яблоки нарезаю на дольки примерно вот такого размера. Формочку смазываю растительным маслом. Выливаю тесто в форму. Духовку я уже поставила разогреваться на 180 градусов. Выкладываем сверху яблоки. Немного их утапливаем в тесте. Смотрите другие рецепты на моем канале с выпечкой на кефире, с яблоками. Все ссылки я вам оставлю в описании под видео. У меня рецепты вкусные, проверенные. Новые видео выходят 2 раза в неделю. Пирог ставим выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50 минут. Выпекаем до сухой зубочистки. Через 30 минут проверьте, если поверхность пирога у вас немного подгорает, накройте ее хорошо фольгой. Пирог готов, оставляем его остыть и потом будем пробовать. Пирог на кефире получается очень красивый, румяный, сочный и вкусный. Посмотрите, как он смотрится в разрезе. Преимущество этого пирога, что готовится он очень быстро, и также кефир можно заменить йогуртом, либо можно использовать даже испорченный кефир. Надеюсь, это видео вам понравилось и будет для вас полезным. Ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии и отзывы, а я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами.